В благоустройство сельских поселений вкладываются немалые средства. Цель преобразования – сделать жизнь в населенных пунктах комфортной и уютной. Участникам государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в очередной раз стало Майское сельское поселение. В рамках подпрограммы «Гражданская инициатива» здесь проводятся работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны. Данный объект выполняет подрядная организация ООО «Каскад». Они выиграли аукцион в рамках российской программы «Комплексное развитие сельских территорий» под программой «Гражданская инициатива». По гражданской инициативе мы решили сделать с населением, обговорили, решили сделать вот эту аллею памяти воинам, землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Стоимость данной программы – 1 239 000. Подрядная организация начала работать буквально 2 недели назад. Работают очень быстро, слаженно. Вы сами видите уже, какой результат. Территория мемориала заметно преобразилась. Именно сюда жители поселка традиционно приходят, чтобы почтить память павших воинов. Подрядчиками произведена замена наземного покрытия на плитку. Планируется поставить фонари и скамейки. На данный момент уже установлены полностью бордюры, проведена проводка под приборы освещения. Здесь будут, если вы видите, стоят у нас светильники, будут стоять, лавочки будут стоять, урны будут стоять. На данный момент уже выполнены плиточные работы, уложена плитка. Но останется только провести монтаж приборов освещения, и, в принципе, через пару недель уже объект будет сдан полностью. Очень красиво, людям нравится. Я думаю, что по завершению мы сделаем открытие, и это будет действительно память всем воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.